Всем привет! Мы приехали на дачу. Сейчас решили полить такое, то что первая необходимость. Остальное завтра. О, ну половина загнулась, конечно, моей цветной капусты. Ну не вышло еще. Сейчас полью, покажу, что где выросло. Так, поснимаю, что-то дождь капает у нас. Такие уже большие абрикосы есть. Здесь ирисы уже желтые отцвели. Ромашки. Бархатцы уже так подросли. Прям вообще за неделю так все выросло. Вот эти тоже не помню, как называются. Виноград уже прям такой. Видно. Дальше что расцвели цветы, которые мама привозила. Вот это, по-моему, львиный зев называется. Да, львиный зев. Вот и вот. Такие цветочки. Лилии начинают зацветать. Вот эти вот. Мне кажется, это разновидность все-таки ирисов. Как-то они очень похожи. Мне они очень нравятся. Вот. И вот я не пойму, что пахнет. Они тоже чуть-чуть пахнут. Но вот там вот проходишь, и прям запах такой вот по дорожке. Такой сладкий, вкусный аромат. Вот. Дальше что у нас тут? Дыни. Тут вроде бы дыни. Смородина начинает спеть. Скоро уже пойдет смородинка. Вот. Розочки, смотрите. Тоже буду укоренять отдельно вот эту розу. Отрезать. Опять ля появилась, блин. Но тут был дождь. Мы заметили, что был дождь здесь. Хоть и небольшой, но был. Вот тоже, вот, например, вот эту можно будет завтра уже взять. Она уже отцветает. И отчекрыжить ее и укоренить. Уже под баночку. Ну, очень красивый цвет. Клубники тоже много поспел. Опять усы эти мои многострадальные. Ну прям вот красненькое много. Я даже думаю, сахар тоже купила, варенье закрывать. Мы варенье любим, поэтому пока есть возможность, буду закрывать. Вот. Абрикосы у нас пойдут на компот по большей части. Ну и на варенье тоже. А вот с клубники, ну компот как-то не очень с клубники. А вот варенье, тем более мы его любим. Мы его едим и так с чаем, и на хлеб мажем. В общем, поэтому варенье надо намного. Вот. Будем коктейль делать молочный, наверное, завтра. Купили мороженое, купили молоко. Я из дома взяла старенький блендер. Будем делать коктейли. Вот. Ой, надо этот полить. Папоротник. Кирилл, папоротник еще, пожалуйста. Ведерко. Вылей сюда целое ведро. Так, тыквы растут. Ну, пойдемте вот так вокруг. Опять травы тут капец, блин. Тыквы есть. А вот эти тыквы, которые... Ой, как семена я показывала. Матрешка, типа такие вот какие-то фигуристые. Ни одна не взошла семечка. Вообще ни одна. Вот. Ну тут как-то пусто, вообще ничего нет. Там уже большие тыквы. С этого винограда тоже толку нет. Только одни ветки да листья. Ой, цветут уже, слышишь эти? Я не знаю, что-то патиссоны, наверное. Или кабачок. Ну, что-то цветет уже. Кабачок, скорее всего. Уже скоро кабачки будут. Я не помню, что я тут сажала. По-моему, патиссоны.
Что-то цветет там, не знаю, или кабачки, или патиссон. Цветет там помидор. Ой, этот вообще совсем что-то плохой. Но есть хорошие, но большинство плохое. Смородина уже чернеет. Черная. Помидоры цветут, смотри. Такие маленькие цветут. Такой малюсенький кустик уже с цветами. Уже. Да я видел. Помидоры цветут, видел? Ой, а лук тут вообще красота. Смотри, из стрелки еще лук еще растет. Еще стрелка. Но вот эти вот, это мама давала, сказала, что это прям луковички, вот эти семена будут в виде малюсеньких луковиц. Поэтому я стрелки не срываю с них. Ну, конечно, стрелка уже весь пошел. Так, петрушка опять цветет. Укропа мало. Так, тут помидоры. Будем подвязывать. Вот я один подвязала тут. Чуть-чуть еще надо. Это черри. Они вот такими горсточками цветут. Это тут первые четыре кустика, по-моему, черри. Так, чеснок тоже в стрелку пошел. Так. Капуста. И эти огурцы. Вот, видишь, такие. Сейчас еще несколько дней. Будем огурчики уже есть свои. Там тоже завязались. Так. Какой? Вот такой уже. Ну, через пару дней уже будем. Так. Розочки. Стоят. Юка будет свисти. Вон сколько у нее стрелок. Надо ее как-то разделить. Я не знаю как. Ну, вот это еще ладно. А вот которая в середине, надо будет ее поразделять. Цветочки цветут, все цветет. Здесь что? Так, тютина. Это птицы, наверное, таскают. Валяется. Так, перцы уже с бутонами. Перчики с бутонами уже будут цвести. Это болгарские перчики. Так, баклажаны хорошо. Сейчас как раз жара, их надо поливать. Вот. Базилик. Да это птички, наверное, носят, я так думаю. Это стоит. Фасоль что-то как-то растет. Вот это плетущаяся фасоль. Но она почему-то какая-то низкая. А та цветет уже, кустовая. Уже цветет. Так, ну там. Что у нас? Салат этот, я не знаю, мангольд или как его звать. Какой-то непонятный, не пойму, как он должен быть. Вот этот салат. Сейчас, кстати, надо дернуть на ужин. Дайкон тоже зацвел уже. Это все стоит, растет. Свекла, морковка вообще заросли, щавель. Пошел в цвет, я его буду замораживать. Ой, не замораживать, в банки закатывать. Ну, потом покажу. И этот, петрушка. Кинза тоже в цвет пошла. Пекинка стоит. Не знаю, что она там завязывается, не пойму. Так что перчики уже будут свисти. Ну и тут вот цветы. Вот здесь стоишь, прям аромат какой-то. Вкусный, сладкий. Вот эти мыльники зацветают. Цветы, вот эта красота мне нравится. Роза красивая. Ну да. Лилии. В общем, красота. Уже даже на дубках бутоны.
Вот эти тоже будут цвести. Они цветут потом до осени. Еще осенью цветут. Пиончик отцвел наш. Тут розы тоже зацветают. Это тоже отцветает уже все. Коврик отходит. И теперь зацветают вот эти. У нас как-то так вот удачно цветы подобраны, что они по очереди как-то одни отцвели, другие зацвели. Вот это тоже будет цвести, вот желтенькие. А вот эти прям плюшевые, мне так нравятся цветы. Надо как-то тоже рассадить. Смотрю, в том году прям пышный такой куст был, а сейчас какой-то куцый. Надо разделить, густо растет. Вот. Так что так, ладно, пойду накрывать на стол. Потом перекупаемся, все, сегодня нагулялись так. Вот муж после работы, мы после гулянки целый день гуляли. И пойдем отдыхать. Сходим в летний душ. Искупаемся. А, вот тут не показала. Цветочки мои цветут. Тут кинзу сажала, еще нет. Лук. И здесь огурчики, которые мы рассадой сажали, вот они уже там так окрепли. Так. Тут тоже цветы все растет. Посеяла. Ежевика. Смородинка пошла. Смотрю, еще вот эту веточку еще выпустила. Отсюда. Тут прям такая ягода. Одна. Так, это лен. Полили уже его. Лен, который я села, это я лаванду сюда, вот две веточки посадила. Все, обзор сделала. Пойду на стол накрою, поужинаем. И все, будем отдыхать. Мы Кирюше подарили вот такой бассейн на день рождения. Да, Кирю? Набрали. Будем купаться. Не надо лазить туда ничем. Пусть вода чистая стоит. Это мошка. Тетина уже. Вылови. Большой. Вот. Клубники собрала вот так вот, полтазичка. С утра усы пообрывала уже. У нас вчера немножко дождь моросил. Ну так, кое-где мокро. О, огород сухой. Ничего не полила. Ночью просыпаюсь от того, что громыхнул гром. Аж посуда задрожала. На столе стояла посуда. А я подорвалась. Думаю, гром, не гром, блин. Выбегаю на улицу, смотрю, на небе звезды. Думаю, что такое, что это? Вот. Потом оглядываюсь туда, вот в ту сторону, а там туча черная. И вот так вот молния без конца просто моргает. Моргает, моргает, моргает. Ну, короче, стороной все прошло. Гремело, гремело. И все, дождя не было. Вот это то, что чуть-чуть сыровато тут. Это... Вчера с вечера еще пошел дождь. Короче, вот так. Сейчас я поставила воду на стирку. Постираться. Надо замариновать шашлык. Сегодня, кстати, первый день лета. День защиты детей. Мы сегодня немножко пожарим шашлык. Сделаем хоровац. Будем купаться в бассейне. Я надеюсь, погодка позволит нам. Будем делать молочный коктейль с клубникой. Так что оставайтесь с нами. Смотрите, думаю, что у нас будет хорошее продолжение дня и вечер. В общем, сейчас только утро, позавтракали мы. Вот я клубнику собрала, пацаны душ налили, бассейн набрали. Вот. Так что так. Когда загремел гром, я думала, сейчас град пойдет, потому что я видела, в Краснодарском крае показывали. Град такой был сильный, все побило. Я думаю, блин, наши помидоры
Могут бежать, чем накрывать пленкой, простынями, покрывалами какими-то. Уже была готова ко всему, знаете. Но, слава богу, обошло стороной. Пусть лучше будет засуха, польем огород, ничего страшного, чем вот град побьет. Не помню, вчера показывала или нет. Помидорчики, черри цветут. По-моему, показывала. В общем, надо будет подвязывать. Вот. Кусты все цветут. Все помидоры цветут. Нужно полить их вот этим хомом, который... Ой, не полить, побрызгать. Ну, не знаю, дожди. Будет дождь, не будет. Как-то непонятно. Тоже побрызгаешь, потом дождь пойдет, хоть небольшой, но все равно смоет все, что я брызгала. Поэтому не знаю, когда я этим буду заниматься. Уже он в цвет пошло все, и укроп пошел в цвет, и кинза, и эта петрушка. В общем, планов много. Мы тут с Кириллом надолго будем, останемся. Вот. Будем заниматься делами, и заготовками, и, ну, огородом, и травой. Поливом, в общем, всем-всем-всем. Ну, а сегодня такой... Ну, конечно, будем и делами заниматься. Сейчас постираюсь. Это вечером будем поливать. Если дождя не будет. Ну, и в то же время отдыхать будем. Кайфовать. Вот, и виноград нужно опять обламывать. Вот эти вот веточки, где нет винограда. Макушечки обрывать. В общем, дел громадье. Ну, постепенно все будем делать. Трава зарастает. Вот я дергала на той неделе здесь. Вот все опять уже заросло. Вот. Так что оставайтесь с нами. Сегодня будут шашлыки, коктейль, бассейн. Так, у меня процесс стирки начался. Это для полоскания. Тут уже первая партия стирается. На улице уже жарко. Я не знаю даже сколько времени, блин. Еще 10 нету, без 15-10. Уже жарко. Так, мясо замариновала, клубнику перебрала, убрала в холодильник. 100 кило получилось. Меньше, чем в прошлый раз, но я много выкинула. Потому что, блин, оставила такую немножко недоспелую. И мы уехали на неделю. Она, видать, переспела и испортилась. И много было съеденной. То есть 1,5 кг было бы. Но я много выкинула. И такая крупная прям. Поэтому... Сейчас постираю. Потом будем уже к обеду. Готовиться к обеду. Сделаем шашлыки. Чтобы до вечера не тянуть. Сейчас позанимаемся делами. Пока что. Там тут ключи. Конечно, ты же был везде поместишь. Рукой. Нет.
Тут-то, елки-палки, еще за дым. Рано. Тоже пускай еще доходит. Вот такой у нас стол. Это хоровац. Овощи запекла, видели, на мангале. Добавила сюда репчатый лук, кинзу, базилик. Хорошо бы еще острый перец сюда, но его нет у нас, черный. Молотый добавила соль и заправила подсолнечным маслом. Все. Такой кинза обязательный, базилик. Иначе это совсем другое блюдо получится. Вот так вот. Очень вкусно. Теплый такой салат. Вот шашлык, овощи, лимонад сделала. И картошечка. Я засниму твои первые впечатления. Ну тут в тазике теплая. А там, по ну-ка. Аккуратно, придерживайся, забасись. Ага. А ты хотел еще в 10 часов купаться. Еще холоднее было. Садись на стульчик. Сейчас. О, прикинь, а ты с утра еще хотел купаться. Постою еще. Когда я тебе говорила, что холодно. Когда обижался на меня. Завтра, вот если будет такая погода, завтра вообще как будет. Да, садись уже. На стульчик. Да сядьте уже кто-нибудь. Походим. Один раз сядешь и будет тепло. Не уйдете. Вот сюда. Как это называется? Бармен? Или как? Который мутят коктейль. А много, желательно, чтобы подтаяло. Ну, под... сейчас молоко нальешь, оно подтает. Да хватит. Ну пока что только детям. Или как? А я не дитю. Я думала, когда залезем в этот. Ну как, когда ты залезешь? Ну скоро. А шейкер есть у тебя? Ага. Клубничный коктейль. Трубочку. На. Пошел дождь. А я... Чё, ныряй. Надо его занести или накрыть чем-то. Ну-ка, теплее стало. Теплее.
А, не, на нас туча идет. Вчера дождь был. Кто тут ест мамин сыр с плесенью? Раскроет мужчинам свой секрет, как возможно кратно улучшить свою интимную жизнь. Ой, что-то темно стало так. Секрет императора состоит из натуральных компонентов. Я тут навела бокал вина с сыром камамбер. Вот, Кирилл. Нравится тебе? И мед пьет. В медик макаем. И кушаем. Узнавайте подробности о секрете императора. Звонок по России бесплатный и анонимный.